Национальный банк Казахстана продолжит активное участие в программах по оздоровлению финансового рынка страны. Об этом на площадке 7-го конгресса финансистов в Алматы заявил председатель Нацбанка Данияр Акишев. По словам главного банкира страны, в этом году в Казахстане состоялись несколько уникальных сделок, в результате которых был декапитализирован ряд финансовых институтов. Особенностью решения является оздоровление банков второго уровня через разделение убытков с крупными кредиторами и с другой стороны, это сохранение средств вкладчиков. Это более 28 тысяч счетов физических лиц, где сконцентрировано более 180 миллиардов тенге. Таким образом, социальная поддержка населения через защиту и сбережения остаются одним из приоритетных направлений деятельности регулятора на финансовом рынке. Четыре банка уже участвуют в программе, они получили средства. Это здоровые банки, у которых достаточно низкие доля проблемных и реструктурированных займов не превышает 25% в одном банке, но у некоторых банков это не более там, 9%. И поэтому в этих условиях это здоровые финансовые институты, которым требуется дополнительная капитализация –